Сегодня у нас завершающее в этом году мероприятие совместно с Профитом. И, конечно, испытываю чувство огромного удовлетворения, потому что тот путь, который мы с коллегами прошли за эти 12 месяцев, колоссальный. И сегодня у нас такая тоже очень важная тема – это мобильные устройства, развитие мобильных устройств, бизнес, основанный на мобильных устройствах, и, конечно же, безопасность мобильных устройств. Ну, ключевой тезис, собственно, ровно один. Наш смартфон, наш планшет – это устройство, которое сегодня знает про нас все. Где мы бываем, что мы делаем, с кем мы общаемся, все наши самые интимные секреты, все самые важные документы, все самые ценные активы, все это находится внутри нашего маленького, а иногда большого друга, помощника, соперника, спутника и соратника. И, конечно, было бы крайне безалаберным со стороны людей его не защищать. Но, к сожалению, именно так это и происходит. И за одну секунду люди теряют все, что хранили, накапливали годами. Сегодня, кстати, еще день защиты информации, между прочим, да, 30 ноября. И вот в этот день хочется людям пожелать, чтобы все мы с вами побольше бы думали о безопасности наших цифровых активов и понимали бы, что вот в этом таком маленьком, но очень важном устройстве хранится вся наша жизнь, все наши цифровые активы и все наши самые важные ценные. И от того, насколько ответственно вот мы к этому предмету подходим, реально зависит наше благополучие, наша безопасность и наша жизнь. Будьте в безопасности, друзья. Не первый раз я уже на ивентах профитовской. Этот отличается тем, что впервые виски на нем дают, а во-вторых, очень живая тема. Я вижу, что многим нравится тема безопасности, тема мобильности на производстве. И более того, и наше руководство страны, и фонд ДАМУ, и наши представители промышленного комплекса пришли и нашли время, причем высокого ранга. Очень приятно это видеть, что работа по цифровизации индустрии 4.0 ведется. Мы, как оператор, конечно, должны быть и будем, и являемся на острие этой цифровизации, этого процесса. Он постоянно непрерывный. Мы уже сейчас отчетливо понимаем, что вот наш кор, который есть, материнское вот это наследие, оно потихоньку сходит на нет и должно быть, и будет заменено. И то, что его заменит, это и Big Data, IoT, и блокчейны, и безопасность, конечно, также шагает ногу с этими всеми процессами. Поэтому, ну что мы даем этому ивенту, пытаемся дать, мы попытаемся рассказать, что такое IoT, почему KSL выбрал это направление как одного из основных, как на нем зарабатывать и какие реальные кейсы уже есть в Казахстане, в том числе от KSL. Само мероприятие организовано вполне очень даже эффектно и качественно. Сама публика, которая пришла сегодня, многие очень заинтересованы и пришли за какие-то конкретными решениями. Естественно, что эти решения, они лежат в разных плоскостях. То, что касается необходимости использования различных мобильных решений в области дальнейшего развития бизнеса, они необходимы. И оно лежит в плоскости руководства и акционеров для обеспечения наибольшего подъема бизнеса и, соответственно, увеличения прибыли. В общем, каждое мобильное IT-решение, оно должно влечь в основу тех бизнес-процессов, которые наиболее актуальны и важны для предприятий. Сегодня мы много говорили о различных подходах, о трендах, о возможных направлениях, но сейчас уже, наверное, нужно переходить в практическую плоскость. Сами тренды – это, конечно, такой как бы планка, определяющий фактор для того, чтобы развиваться. Но то, что мы хотим добиться, и то, что мы хотели бы сделать более эффективно, вот это важно. Для нас тема сегодняшней конференции, для нас, как для фонда ДАМУ, тема, безусловно, очень интересна и актуальна, потому что мы для себя выбрали именно направление на мобильность, на доступность как услуг, так и, в принципе, продвижение наших продуктов через мобильную платформу. Кроме того, мы мобильность видим именно еще и внутри для собственных сотрудников. Поэтому мы очень тесно связаны с мобильностью сейчас, и это наш актуальный тренд. Поэтому с радостью откликнулся поучаствовать в этой конференции. Здесь очень много интересных докладов, интересные кейсы практически, рассказаны KSL, потрясающе. Сейчас дискуссия идет в лаборатории Касперского, то есть все настолько органично и, самое главное, актуально. Собрались сегодня профессионалы из мобильной индустрии, из технологии, из приложений, все, что связано с мобайл, да?
Это очень хорошо, что есть такая площадка, можно будет общаться, мнениями делиться и так далее. Из новых трендов для себя увидел очень интересное выступление было Евгения касательно угроз по кибербезопасности. Плюс очень порадовало коллеги из Казахмыса, насколько они интегрируют IT-технологии, потому что шахтеров они трекят в режиме онлайн. Ну и плюс мы, как международная торговая площадка ZoodMall, поделились своим опытом, как можно успешно запустить мобильное приложение, его масштабировать и в течение полугода получить как лучшую трансграничную коммерческую торговую площадку в мире, да, признание. И мы, у нас реальные кейсы есть, мы поделились, очень интересно было, вопросы, ответы, поэтому я думаю, все отлично. В первую очередь организаторам спасибо, я до этого все время приходил, участвовал как участник, в этом году мне дали возможность попробовать себя в роли спикера. Мы микрофинансовая организация, это организация, которая имеет лицензию Нацбанка, и приложение разработали год назад, и хотим его показать, насколько оно нам облегчило общение с нашими клиентами, насколько помогло продажи увеличить. А от конференции, хочу сказать, организаторы молодцы, собирают из разного сектора людей, и из финансов, и из промышленности, и телекоммуникации. Все очень интересно, разноплановая презентация. Касперский тоже свои продукты показывают, достаточно интересные есть решения, которые... возможно, многих заинтересует и можно будет использовать в своей работе. Про мероприятия профита могу сказать, что это очень правильно и круто, что они проводятся. По-моему, уже третий год на это мероприятие, на которое я хожу, я вижу, что профит начал проводить мероприятия в регионах. Это очень правильно, то есть регионы нужно подтягивать. Еще будет очень классно, если международные спикеры будут к нам приезжать, мы будем их слушать, общаться и перенимать какой-то опыт. Мне как модератору сегодня показалось, что темы подобраны достаточно интересно. Мы посмотрели обзоры, послушали очень интересно, что происходит в реальном секторе экономики. Я для себя услышал, что мобильность для большинства компаний здесь, которые я увидел, это больше про контроль, взаимодействие, более быстрые коммуникации и решение каких-то своих управленческих вопросов. А мы позиционируем себя как Digital Bank. В ближайшие 2 года, я думаю, что банковский сектор грядут большие изменения в плане мобильности, в плане цифровизации, автоматизации. И те, кто сейчас уже этим не занимается и в это не инвестирует, будет в очень плохом положении, в плохой ситуации в ближайшие там несколько лет. Но цифровизация, мобильность – это не быстро, это большие инвестиции, это правильные люди, это грамотный подход. С этим нужно очень сильно работать, на это нужно обращать внимание, это нужно понимать, и в это нужно очень много инвестировать сил и денег.